Более 30 тысяч человек. Представители министерств, трудовых коллективов, курсанты во всех регионах страны принимают участие в акции «Чистый лес». Уже с самого утра добровольцы обследуют территорию возле второй кольцевой вокруг Минска, одной из основных площадок. У каждой организации свой фронт работ. Главная задача – убрать мусор, не только оставленный человеком. Расчистить опушки от опавших листьев и старых веток важно накануне наступающей зимы. У нас в количестве парней, естественно, больше, но парень помогает активно, как бы где-то на подмогу, где-то на подхвате. Все активно, все хорошо, мы двигаемся, нам тепло. Мы вместе с тем и отмечаем, и лесная охрана видит это, что люди у нас стали гораздо культурнее, когда они покидают лес. Видно, что основная масса людей убирает за собой. Только возле второй МКАД сегодня привели в порядок около 200 гектаров. Кампания по осенней уборке леса уже традиционно проходит в седьмой раз.